Всем привет, с вами ваш робот Пингвин или Бориса. Ребят, сейчас мы продолжаем Bioshock Infinite на максимальной сложности. Так, мы проникнули в дом Комстока, и там эта птичка из прошлой серии забрала Элизабет. Сейчас и мы услышим, как с ней что-то плохое делать. Сейчас мы будем пытаться ее спасти, наша задача ее спасти. Я не понимаю! Блин, я еще без патронов, да вы шутите. А, это люди с патронами. Просто только я с этого смог убить или плазмидами. Подопытные, которые типа помнят одновременно и помнят и смерти помнят, погоди, почему ты так с подствольника и с... Я не понимаю, то есть подствольничка или с плазмида. Ребята, убивайте меня, мне нечего не хватает своей. А, блин. Да, и это тоже пистолет. Косяк, что могли бы в них что-нибудь положить, да? Они в них пусты. Вот черт! О! Так, слушай, я просто хочу увидеть девочку. Это ж... Неважно, кто это был. Мне надо в кабинет директора. Если не ошибаюсь... По указателю дальше было сюда. Что? Что это за место? Просто берегите меня в мою башню. Слишком поздно, дитя. Твой отец дал тебе такой чудный дом, но ты все разрушила. Давайте. Он мне не отец. Элизабет, я иду, держись. Элизабет, потерпи. Мы идем. Элизабет ждет нашего спасения. Может быть, даже это уже и финал, хотя хз, я... Еще эти... Как и мой отец, я знаю все, что будет, что может быть, и чего не должно быть. То есть пока он нас не спалил, мы можем втихую просто налево. Мы сейчас
все равно нас почувствуют. Демоны, ангелы! Кабинет доктора, вот как я вижу сейчас. Побегали, кстати, есть чего. Так, патроны есть. Чуть-чуть. Ну, давайте сюда. Ну я понял, то есть это сейчас наши противники тут делают. О, соли. Соли хорошо. Элизабет. Наш разум с рождения объят грехом. Элизабет, с этой вселенной. Некоторые столь дики, что никогда не найдут прощения. Разум нужно вырвать с корнем. Молчи. Моих детей не за что. Дитя, помолишься со мной? Они делают мне больно. Их нет. Пожалуйста, отпусти меня. Ибо в чем? Мы исцелим тебя. Я здорова. Твой дух болен. Я хотел всегда лишь одного. Чтобы ты раскрыла свой потенциал. Элизабет, я доктор Петтифог. Я о тебе позабочусь. Убирайтесь. Пойми, наконец, Дэвид просто бросил тебя. Не надейся, милая. Он не вернется. Он придет. Вот именно. Я вам твою пушку скажу. Эксплазмит очень легко убить. Подрался. И тут вокруг нет никаких патронов, ничего. Которые такие тройные, дрянные пистолетики. Ну не спорю, там какой-то револьвер какой-то, типа, просто такой мученько лежал. Он, не спорю, он мощный, но блин, а толку, если у меня вот это, я в 10 раз мощнее. Да вы издеваетесь! 4! Там получается карабин, если я не ошибаюсь. Ты ничего не ешь, милая? Что-то не так? Я не хочу есть. Тебе придется что-нибудь съесть. Будешь ждать Дэвида, умрешь с голоду. Ну давай. И вы еще, да? Ну ладно, карабин я возьму. Ну ты и дурак! Капец. Ладно, зато и соли есть, и оружие. Тоже почти без денег. Блин, одет как вулкан. Мразь!
Ничего, ничего, сейчас их убьем, ребят. Я просто хотел... Я знал, что я сейчас умру, я просто перед этим хотел еще турель уничтожить. Да вы, блин, издеваетесь. Всех одолел. ХП не фулка. Нет, это тоже не дает. За вами пересматривают дом консультации в центре РИП. Первый всего, мне интересно, реабилитируете вы от чего? От нормальной жизни? Или от нормального понятия человека? Дитя готово! Пора! Даже если мы ее исцелим, вряд ли она будет слушаться. Моя дочь страдает от двух недугов, доктор. Я иду, держись, я уже совсем рядом. Опять старейся. Операция назначена на завтра. Поешь? А, все ждешь, что сюда ворвется Дэвид и спасет тебя? Уже полгода прошло. Полгода? Не могло пройти полгода. Сила пару часов, но никаких проблем. А если это разница во времени? Тебя убить, скорее всего, нельзя. Если мало соли, энергии. Нет. Я их пока не убью, дальше не пройду, я это знаю. Почему вы мне не помогаете? Передашь девчонку, и долг прощен. Но в конечном итоге именно ему придется платить по всем нашим счетам. Где всё начинается его вина? Опять и кончается моя. Да блин, неужели было лень засунуть хотя бы какие-нибудь патроны, чуть-чуть даже. Ну а толк, я без солей, без патронов, нифига уже, по нулям, и чё мне делать? Чуть нифига не сделаю. Куда, да? И вот ты понимаешь, сюда, да? Мне туда интересно, что это будет.
Я просто понимаю, что она... Один человек обещал мне освободить меня от моих цепей, но потом бросил меня ради своей собственной выгоды. Хотя в чем-то я ему даже благодарна. Он показал мне цену веры. Господь, как и я, поверил в людей и разочаровался. Я не всегда любила пророка. Я бежала от него, отрицала, что я его люблю. Я пошла за человеком, который воплотил в себе все то, чего не было в моем отце. Но это был ложный пастырь. И когда за мной явились волки, он бросил меня. Мы не бросали тебя, Элизабет. Не глупи. Я просто хотел дослушать ее до конца. Мы тебя не бросали. Мы идем. Прости, ничего. Да я не хочу это смотреть. Я сейчас еще раз эти будут типы. Да без разницы, кто-то если сейчас будет, все, я проиграю. У меня солей 0. Патронов 0. Мне нужно убивать противника и нечем. Понимаете? О, ну хотя бы 7 патронов. Еще тут что-то более менее целится, то, ну, я, то может быть. Парочку поубиваю. День за днем. Так я вот ставлю туда птичку. Я все меньше верю. Ура, в Бога. И все больше в Лютес. Моя сила увядает, уступая место сожалениям. Во всем этом виноват отец, он подвел меня. Когда я поняла, как далеко зашла, было слишком поздно остановиться. Бывает. Но остался последний шанс искупить вину. Сколько там времени прошло? Для нас обоих. Я не понимаю, такое ощущение, как будто данная зона вне времени или пространства. Или по-другому. Или здесь по-другому, точнее, течет данное время пространства. Изменение течения или другое течение. Опять великий. Есть такое понятие. Даже гравитация... Ну, любая гравитация может изменить течение времени, замедлить его. Или, например, в отсутствие гравитации оно ускоряется. Ну, так и в реальности, то на орбите время проходит чуть быстрее, чем... Переключатель. Ну, еще давайте послушаем. Что сделано, ну, то сделано. Я не смогу это остановить. Nice. Но, возможно, я смогу помешать этому начаться. Он был моей первой надеждой. И теперь он моя последняя. Теперь я могу спуститься и попасть к Элизабет. А, блин! Я тебя пручу! Кто-нибудь видит? Это что, скример? Пугать так зачем? Патронов нет. Это нечеловечное.
пугать-то так? Зачем? Ну ё-моё! Я реально чуть... Вот тут где-то аптечка, я помню, лежала. Мы ее не взяли на всякий случай. Вот этот случай и пришел. О, отмычку не заметил. И деньги. Где-то тут она лежала. Ну где? Где тут аптечка была? Вот. Под ней какая-то тоже. Блин, я реально испугался. Капец. Пугать решили. Нафига? Если там обычно все будет хорошо. Ну сейчас. Однажды этот мир родился заново. Привет. И миллион... Дура! Выведите его оттуда! Это перерождение. Секунду! Заряжаю! Стрел маленькой очередью для того, чтобы убить, для того, чтобы их убить побыстрее и забрать их патроны. Нужны их патроны. Замечено? Да. Нет. Тогда что здесь? А, да. Нам сюда надо было идти, будете попробовать главы. Ну просто, блин, я их сейчас старался убить поэкономнее. Ну а толку, если к ним прохода нет. Хотел не оружие пожарить. Это без такого. Ну ладно. У меня опять ни солей, ни хрена. Простите за выражение. Завтра поводок исчезнет. Потому что все это закончится. Но даже если я уничтожу сифон, хватит ли мне мужества увидеть все двери, выбрать одну и открыть ее? Хватит. И если я приведу его сюда, кто сказал, что он справится с монстрами, созданными мной? Я полагаю, что сифон — нечто вроде поводка. Да, мой отец одел его на меня. Но когда вышел срок, я сама не стала его снимать. Что если без поводка я окажусь столь же покорной, как с ним? Элизабет, держись! Мы идем. Что? Это разрыв? Что за... Зачем спрашивать что? Если правильный вопрос, когда? Живет, жила. Умрет, умерла. Опять вы про это. Элизабет! Крюков нет. Как видишь, Букер, безумцы захватили власть в сумасшедшем доме. Они меня больше не слушаются. Я могу только наблюдать приближение конца. Элизабет, держись. Все мои силы, Борис, ушли только на то, чтобы доставить тебя сюда. Элизабет, я не понимаю. Я слышал, как ты кричала. Я хотел, я шел за тобой. Мы что? Вот. Возьми меня за руку. Ей уже. Почему? С
что? Семя пророка взойдет на трон, и пламенем омоет людские горы. Это думай не о востоке, что хочешь. Город Колумбия украшает. Отлично. Не пытки сломали меня. 15, не, промывка мозгов. А время. Время губит все, Букер. Даже надежду. Я шел к тебе. Соловей. Он всегда останавливает тебя. Но я мог бы что-то придумать. Нет. Меня не спасти. Ты здесь только ради тебя и нее. Возьми. Что это? Это для нее. Она сможет прочесть. И что тут? Просто совет. Совет о чем? Как не стать мной. Я вернулся. 1912-й. Она еще не... Время есть. Элизабет! Вы двое, если что, используйте сифоны. Если она откроет хоть один раз... Камсток! Что ты с ней делаешь? Оставь ее! А, Дэвид? Как там говорится? Кто не успел, тот опоздал. Когда так говорилось, Камсток, черт. Я должен туда попасть. А если отключить машины наверху? Нет! 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 Выключи! Выключи! Пожалуйста! Пожалуйста, мне больно! Может, дать ей успокоительное? Пророк говорит, боль — это часть процедуры. Хм. Когда тело кричит, душа внимает. Слышишь эти крики, Дэвид? Вот цена твоего вмешательства! Ты ввел мою дочь в искушение! Она не твоя дочь! Может и нет, но будь уверен. Ну, Камсток, держись. Это будет твоя дочь. Да сдохни уже! Подходи ближе! Так что за... Я запручу! Выбейте его оттуда! Где он? Умри! Умри, урод! Сам умри. Нет, ХП нет, патроны мало. Да уж. Алло. Так, поищи. Может, он поможет сейчас. Так, кстати, вот это шманы тоже надо. Ну, шмальни. Ну! Патронов нет! Да.
Железо будет способен добыть. Даже мне интересно, что. Чучики Гейгера радиация. Чего? Если ее не усыпить, а он отключит второй, мы не сделаем этого. Заем? Не уверен. Я понял, это патриот. Я цель истинна, ибо я глаза пророка. Но я не понимаю, где патриот. Милосердие – удел Всевышнего. Окружай. Мой, ты меня напугал. Выкурите этого ублюдка. Без патронов и без соли. Ща мы его убьем, ребят. За славу кому? Соли, дай забрать, убивать не буду. Элизабет. Он отключил второй сифон! Она встает! Она! Нет! Это разрыв. Такой большой. Элизабет! Дэвид, включи его, пожалуйста! Включи! Иду, Элизабет. Элизабет, я уже бегу! Потерпи пару секунд. Это время было еще и активно. Воу. Не бойся, я здесь. Я помогу. Готова? Давай же. Сейчас. Чем ты из первой и второй бьёшь, я помню, что с этим. Помоги мне. Кое-кто передал это тебе. Что это? Просто прочитай. Твой сон на Нью-Йорке. Сбывается. И я... Именно я... Она подсказала, как сбежать от соловья.
Найдем дирижабль и улетим. Букер. Париж, Элизабет. Помнишь, ты же так хотела улететь. Мы остаемся. Мы должны найти Комстока. Почему? Ты видел, что он сделал со мной. И я его остановлю. Значит, пойдешь и убьешь его. Не тебе читать мне мораль, Букер. Я слишком хорошо тебя знаю. Я не дам тебе его убить. В самом деле, Букер? И как ты меня остановишь? Да никак. Просто я убью его за тебя. Он теперь спокойно раскрывает, открывает разрывы. Знаешь, какая... Ну, шепота. Ну, шо. Ладно, идем искать пророка. То есть были какие-то... Снаружи дирижабль Комсток. Он называется «Длань пророка». Откуда ты знаешь? Я здесь уже давно. Насколько? Достаточно. Забери. Элизабет! Не вопрос. Надеюсь, Комсток получил все, что хотел. Не только ему осталось радоваться. Эта процедура поможет... Давайте уже жизни докачаем. ...может усмирить девчонку. Когда мы установим имплант, любая ее попытка изменить положение вещей будет вызывать сильнейший удар током. Павлов так заставлял собаку пускать слюну. Мы заставим ее плакать. Вообще-то Павлов кормил собак и одновременно звонил колокольчик. А потом, спустя некоторое время, там недели или около того, или даже месяц, покинули. Он начинал звонить в колокольчик и... Да и без еды собаку деревянная слюна. Кроме этого знака. Без какого-нибудь. Это... клетка? Она что-нибудь говорила об этом? Нет. Кстати, вы заметили, что в субтитрах было слово, не переведенное на русский. Гей. Джи... Или гей... Или как-то так. G-I-G-A. Не знаю, даже... Через Яндекс Плюшка как называется. Может быть, это и есть клетка. Я ж... Он English плохо говорит тебе. Ну блин, ну пожалуйста, не будьте пустыми, ребята. Мне сейчас сражаться, а без патронов не могу. Не уверен, что патроны дали бы сейчас патроны. Понятно, хилочки там все шнега есть. И сейчас, надо драться. Почему подраться нужно с патронами? Смотри! Это длань пророка. Флагман Комстока. Нужно пробраться на борт. Стой здесь. Подожди. Мне надо под... О, модификация. Ну давай. Чё тут есть? Давай свой автомат модифицируем. Так, надо найти. Сейчас, ребят. Нет. Во, увеличение урона. И все, у меня теперь эта ручка, которая сейчас у меня в руках максимум. А сейчас у меня красная не синяя, поэтому надо модифицировать красный. Увеличение урона. Годится. Градобой наносит. Да, я хочу, чтобы он больше наносил. Все, денег на модификацию у меня. Да я разберусь. Мы идем туда вместе или я иду одна? Я хочу убедиться, что все сделано. О, Демид, ты борешься с пророчеством, как камень, пущенный из пращи. Как высоко он взмывает, и как стремительно падает. Комсток, я скоро тебе приду за дом трёпку, посмотрим, что кто из нас будет. Под действием неумолимой силы притяжения. Что-то Элизабет долго не было. Открыла. У меня патроны для вот этого сейчас нужны. Я понял. Ты слышишь? О, скорее прячься! Это заготовки? Уже нет, не заготовки. Открой! Сейчас! Оглянись, Элизабет! Я построил все это ради тебя!
Где моя кровь? Моя наследница? А что ты для тебя найти. Сделал, Дэвид? Он же использует тебя. Окей. Чуть не убить есть? Да. Это все, что есть пока. Окей. Я забыл. Ага. Открой. Ага. Не волнуйся, Элизабет, я тебя спасу. Смогу тебя защитить. Взял? Кто там будет стрелять? Ты офигел, ты мне не стреляй. Ну, лучше еще на них попробовать. Сейчас лучше аптечку. Сейчас ты сам меня бросишь. Да сдохни уже! Может быть курить, а может быть... Открой! Ага! Давай, иди сюда! Я патроны, Букер! Подтверждаю, отправляемся.
Приближаемся к глади пророка. Ну, сейчас мы, наверное, отправимся и там сохранимся. Думаю, у меня 46. В общем, все... Быстрее эта голомыга не может двигаться? Как думаешь, можно искупить все то, что мы сделали? Искупить? Не уверен. Не вижу смысла. Букер, ты боишься Букер? Нет. Это за Но тире... тебя боюсь. Ну, это за реплика изначала. То есть, из-за Б, знаешь, если я тебя забью, опа, и все. Мы закончим. Потом примерно с этого же места и начнем. Все ж, ребята, все спасибо, кто меня сегодня смотрел. Вам всем дабл лайк. Также, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайки. Дизлайки, если вам не понравилось, пишите комментарии. Также в описании будет ссылка на плейлист, группу ВКонтакте, мой Twitch канал и я ВКонтакте. Также, ребятки, не забывайте про колокольчик, подписку, что ж, ребята, вам еще раз всем дабл лайк, ребятки.